Более 60 спортсменов из Ярославской, Нижегородской, Московской и Тверской областей приехали в Иваново на всероссийский турнир по боксу, посвященный памяти самого титулованного боксера нашего края Василия Кудрявцева. Эти традиционные соревнования проводятся в областном центре ежегодно, начиная с 1959 года. Этот турнир был учрежден спустя 3 года после смерти заслуженного мастера спорта, участника Великой Отечественной войны Василия Кудрявцева. Этот турнир очень важен для Федерации бокса, для бокса Ивановской области, чтобы ребята не гуляли по улице, чтобы занимались в зале. Эти соревнования являются отборочными. Считать удары судьям помогают специальные приборы. Вести учет при помощи техники гораздо проще. Снижается вероятность ошибок, а как следствие возникает меньше спорных моментов. Уже через несколько недель ивановцы, занявшие призовые места на турнире, отправятся на очередные соревнования по боксу. Это последний турнир у нас перед зональным первенством молодежным. Старшие юноши будут в октябре месяце у нас в конце выступать на зональном первенстве Центра России в Тульской области. И вот это самый главный просмотр. Ну и что, по ходу этих соревнований, конечно, надеялись на одних ребят, выиграли немножко другие. Представительство ивановских спортсменов на этих соревнованиях невелико. Со всей области приехали 15 боксеров. Приятным подарком для наших тренеров стало выступление ивановца Максима Ершова. Весовая категория – 48 килограммов. В схватке с Кириллом Седых он одержал уверенную победу. В его спортивной карьере это 21-й бой из 27, который он выиграл. Я был нацелен на победу. Хотел выиграть очень. Начал заниматься 3 года назад. Меня привел брат. Ну, мне понравилось первое занятие, и мне... Ну, я начал заниматься. Ну, боев не знаю, сколько уже забываю. Боев 30, ну, где-то так. Может, поменьше. Ну, нравится. Хочу сказать большое спасибо своим тренерам. Акулову Денису Константиновичу и Кочеткову Евгению Александровичу за то, что воспитали меня. Самый главный финальный бой турнира весовой категории 52 килограмма состоялся между ярославцем Максимом Бобровым и ивановцем Дмитрием Шершовым. Именно в категории 52 килограмма боксировал заслуженный мастер спорта Василий Кудрявцев. В ходе ожесточенного боя победу держал Дмитрий Шишов. Заслуженный кубок титулованного ивановского боксера остался в нашей области. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.